Ульяновский облизбирком продолжает обучающий цикл занятий для организаторов предстоящих выборов. Сегодня там прошел семинар-практикум. Его тема – деятельность участковых избирательных комиссий вне голосования. Ну а слушатели занятия и руководители территориальных избиркомов. Они доведут информацию из семинара-практикума главам и членам нижних звеньев. Такой подход применяется из-за большого числа участковых комиссий. В центре внимания семинара – работа со списком избирателей, заверение бюллетеней, процедура подсчета голосов и составление итоговых протоколов. В этом году в связи с известными событиями, связанными с пандемией и с необходимостью обеспечить все-таки как-то меньшее количество людей в одном и том же месте, в одно и то же время, Центр избирком принял решение о проведении голосования в течение 3 дней. Это будет 17, 18 и 19 сентября. И, конечно же, процедура голосования вот в этом смысле, она немножко отличается от процедуры голосования в течение 1 дня. Ну, например, надо где-то хранить избирательные бюллетени, как-то хранить их, да, вот ночью с 17 на 18, с 18 на 19. Одна из важных тем – работа участковых комиссий с сейф-пакетами. Их используют для дальнейшего перемещения бюллетеней в металлические сейфы. Это делается после надомного голосования, либо голосования в отдаленных местах. Такой подход обеспечит чистоту выборного процесса. Вот эта запись. То есть, если я пытаюсь вскрыть, вот так у меня, да. И если я пытаюсь, естественно, обратно заклеить, то на индикаторной ленте, на этой пломбе, появляется вот такая вот запись. Внимание, сейф-пакет вскрыт. Сейф-пакет вскрыт на нескольких местах. В этом году все перемещения бюллетеней на выборах записываются на видеорегистратор, и ради этого облизбирком закупил технику на 2 миллиона рублей.